ласково пригревает солнце. В Подмосковье приходит весна. В садах совхоза имени Ленина уже начались работы. Обрезка деревьев всегда была очень трудоемкой и утомительной операцией. Но сейчас специальные машины и вышки с пневматическими секаторами дают возможность провести ее тщательно и в нужные сроки. А провести обрезку вовремя очень важно. Ветви яблонь будут лучше освещены солнцем, интенсивнее расти, а значит и плодов будет больше, и качество их лучше. Сады совхоза занимают 700 гектаров. Естественно, без механизации здесь не обойтись. Идет последняя проверка готовности перед выходом в сады. В совхозе создан единый цех механизации, где собраны самые разнообразные современные машины, дающие возможность максимально механизировать все производственные процессы. Есть здесь механическая мастерская, гараж, нефтебаза. Централизовано приготовление препаратов и растворов для борьбы с вредителями и болезнями растений. Растворы в готовом виде доставляются прямо в сад. Опрыскивают 4-5 раз за сезон. Защиту садов ведут интегрированно, в зависимости от климатических условий года и интенсивности развития того или иного вредителя. Все работы по уходу за садом максимально механизированы. Весной вносят азотные удобрения и проводят обработку почвы. Тщательно рыхлят приствольные полосы. Культивируют междурядье. В это же время начинаются работы и на земляничных плантациях. Их в совхозе 220 гектаров. Специалисты совхоза применяют прогрессивную технологию выращивания этой культуры. В частности, особую систему внесения гербицидов. На плодоносящих участках это сводит к минимуму самые трудоемкие операции прополки. Это поле подготовили в прошлом году. Внесли минеральные и органические удобрения, обработали почву гербицидами. А сейчас здесь идет посадка. Рассаду используют только отборную, оздоровленную. Одновременно той же машиной проводят полив. К
Как показала практика, высокие стабильные урожаи земляники можно получать, возделывая ее в определенной системе севооборота. Лучшие предшественники – зерновые, зернобобовые. Прогрессивные приемы возделывания этой культуры, такие как севооборот, скашивание листьев, применение гербицидов, дают свои результаты. Совхоз ежегодно сдает государству свыше 1000 тонн ягод. Земляника и сады приносят хозяйству немалый доход – около 3 миллионов рублей в год. Такие показатели – результат коренной перестройки хозяйства на основе концентрации и агропромышленной специализации производства. Она была проведена в 1971 году. Создали крупные цехи – животноводческий, цех переработки, мелиорации, механизации. Их возглавили опытные, хорошо подготовленные специалисты. Самый крупный цех садоводства. Зацвели сады. Для того, чтобы опыление проходило интенсивнее, в сады перевозят совхозную пасеку, более 1000 пчелиных семей. Быстро проходят летние месяцы. Вот и подошла пора уборки. Сейчас определятся результаты усилий всего коллектива. Главная задача – вовремя и без потерь убрать урожай. Уборка в промышленном саду требует четкой продуманной организации и специальной техники. Работы ведутся по единому плану. Платформа для перевозки контейнеров исключила ручной труд на погрузке, транспортировке и разгрузке плодов. Рабочие разбиты на группы. Одни снимают плоды с нижних ветвей, другие с верхних ярусов деревьев. Яблоки собирают в специальные плодосборные сумки. Они облегчают работу сборщиков и предохраняют плоды при перегрузке от повреждений. Уборка с применением уборочно-транспортных прицепов дала возможность поставить работу на поток. Производительность труда повысилась в 1,5-2 раза. Агропромышленный комплекс – это соединение в единое целое сферы производства плодов и ягод и их промышленной переработки, хранения и сбыта. Прямо из сада продукция поступает на промышленное предприятие совхоза. Часть урожая сразу же реализуется. Создана специальная служба сбыта, которая организует отправку продукции в город по прямым связям с магазинами Москвы.
но основной урожай остается в хозяйстве. Чтобы обеспечить его сохранность и реализацию в течение зимы, построены 3 холодильника. Их общая вместимость до 4000 тонн. Здесь тщательно следят за поддержанием оптимального режима, температуры, влажности. От этого зависит качество плодов в течение всего периода хранения. Как правило, до 30% продукции сада бывает нетранспортабельной. Раньше она не находила сбыта и практически не использовалась. Теперь в цехах промышленного предприятия совхоза на поточных линиях она превращается в соки, варенье, джемы, плодоягодные шипучие вина. За качеством продукции следят специалисты заводской лаборатории. Они осуществляют контроль за всеми технологическими процессами, начиная с поступления сырья и кончая выпуском готовой продукции. Ежегодно совхозные предприятия выпускают продукции на 2 миллиона рублей. Кроме экономических, создание агропромышленного предприятия решило ряд социальных проблем. Одна из них – круглогодовая занятость рабочих. Изменились условия и характер труда, появились новые профессии. Все это привлекает сюда молодежь. Совхоз имени Ленина – одно из старейших хозяйств страны. Сегодня облик его поселка и быт его жителей ничем не отличается от городского. Рабочие живут в удобных благоустроенных домах. Есть здесь магазины, столовые, дом культуры. Там, где много молодежи, всегда много детей. Пройдет время, и, может быть, многие из них придут на смену своим родителям, станут садоводами, механизаторами. Опыт совхоза имени Ленина – наглядный пример того, как осуществляется программное требование нашей партии о сближении материальных и культурно-бытовых условий жизни города и деревни.